Египет решает вопрос о возобновлении поставок природного газа в Израиль, а также намеревается заключить более гибкие контракты со всеми иностранными импортерами. Это заявление министра нефтяной промышленности Египта прозвучало в четверг на заседании форума стран-экспортеров газа, проходящем в Каире. Однако на вопрос, когда будут возобновлены поставки, министр ответил, что в данный момент это не решено. Израиль получал египетский газ в рамках 20-летнего соглашения, подписанного в 2005 году. Однако поставки временно прекратились в марте этого года, после того, как боевики-исламисты подорвали трубопровод. Возобновление поставок газа – это не политический вопрос, это технический вопрос между компаниями, занимающимися этим вопросом. Поставки газа не возобновляются уже более месяца, и американские инвесторы компании, которая обслуживает израильский нефтепровод, подали в суд на правительство Египта, чтобы гарантировать возобновление экспорта. Израиль получает до 45% всего природного газа из Египта. В апреле Каир заявил, что планирует пересмотреть свои газовые контракты со всеми странами, включая Израиль и Иорданию, мотивировав это тем, что бывшее правительство Хосни Мубарака установило заниженные цены на газ.